Всем привет, ребята, вы на канале Хоттабыч ТВ, и в этом видео вы узнаете все мои машины. Именно в этом видео я и буду рассказывать о всех своих машинах. Если это видео набирает 3 лайка, выходит новое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы начинаем. Первой моей покупкой был автомобиль Mercedes V221. Это был довольно-таки дорогой на то время автомобиль, который вы видели в первых моих видео про реальную жизнь. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. А мы смотрим видео. Вот этот Mercedes. Он был очень крутой. Я просто мечтала о нем. Но мы переходим к следующему автомобилю. Следующим моим автомобилем был автомобиль BMW M5 E60. Это был огромный и мощный седан, который рвал просто на все бабки. Он был крутым на все 100, просто офигенный автомобиль. Он был типа автомобиля, ну, похож на автомобиль Давидыча. Именно так я его и назвал, автомобиль Давидыча. Но сейчас эта машина стоит где-то у кого-то в гараже, но не у меня. Это был крутой автомобиль. А мы переходим к следующей машине. Следующим моим автомобилем был BMW X6M в синем цвете. Он был очень крутой. Видео было, ну, не слишком давно, но оно про этот X6 было, как я его покупал. Очень крутой X6, но вскоре я его, к сожалению, сломал. Но я на нем решил подрифтить, и у него, короче, коробка полетела. И в скором времени я его продал. И именно после того, как я продал этот X6, у меня появились долги. Но в этом уже в отдельной серии, если вы хотите, чтобы я снял, пишите в комментариях. А мы переходим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль, это, я думаю, ну, кто любит BMW, это всеми любимый автомобиль, бронированный и очень крутой, BMW M2. Именно вот она у меня была следующая, которую я, несмотря на то, что это, блин, крутая тачка для меня, она мне очень нравится. Я ее опустил на розыгрыш, но розыгрыш до сих пор продолжается. И, короче, я ее пока что никому не разыгрываю, но в скором времени, я думаю, разыграю. А мы переходим к следующему автомобилю. Кто понял, какой следующий автомобиль, ставьте лайк. Это, ребята, именно тот Porsche, который, как у моего брата. Он всего один раз появлялся в нашем видео. Ребята, это Porsche Cayenne Turbo, после которого, ну, я на нем покатался буквально 2 дня, и у меня его сразу отобрали, ну, за долги. Так что вот, переходим к следующей машине. А следующий наш автомобиль — это Chevrolet Corvette, который я именно
купил до Порша, а показал после Порша. И вот, это был просто крутой корвет, на котором я покатался неделю, и все. И потом я уже все банкрот стал, и меня все отобрали. Но мне кажется, это одна из самых крутых моих машин. Ну просто офигенно. Но мы переходим далее. Следующий автомобиль — это BMW M5 в старом кузове. Именно вот с нее началась моя новая жизнь. Просто крутая машина была. Была, конечно, но я ее продал и обменял я ее на... А, кстати, ребята, я вам не сказал то, что я эту машину купил на те деньги, с которой М5 с нового кузова. Я поменял ее, у меня ее не отобрали, вы знаете. Я это рассказывал в серии, где я банкрот. И я все-таки ее поменял на всякий случай и купил вот эту машину уже на свои деньги. Следующая машина, это была очень крутая машина, которая у меня вот была абсолютно недавно, но я попал на ней в аварию, вы, скорее всего, уже ее знаете. Следующая машина, ребята, это Audi RS4. Которая, на которой я попал в аварию. Вот как она выглядит после аварии. Сейчас я вам покажу, как она выглядела до аварии. Вот она, ребят, именно эта следующая машина. Audi RS4 Avant Black Edition. Капец, какая же она была крутая, ребята. Помните ее просто? Какая она была. Вот как она выглядела до аварии. Блин, она была крутая, ребята. Кто скучает по ней, тот, те пишите в комментариях или ставьте лайки. Блин, ну крутая машина, ребят, согласитесь. Мне она очень нравилась, аудюшка прям вообще крутая. Но, вот так вот. А мы переходим к следующей машине. Следующий автомобиль — это был Гелендваген Амарал, который я придумал сам, как сделать. Но на самом деле я взял идею Булкина, но сделал я, естественно, свой Амарал, это Гелендваген. Он мне просто очень понравился, он мне взошел прям вообще круто. Кстати, как вам? Он у меня до сих пор стоит в гараже, но он... Крутой просто. Согласитесь, ребят, какой Мерседес прикольный. Мне он очень нравится, например. Вот. Не знаю, как вам, но мне нравится. На этой машине я, если честно, сейчас не ездлю. Сейчас у меня есть другие машины. Секретные, о которых вы еще не знаете, но в этом видео узнаете. Еще раз говорю. 5 лайков. Ой, нет. Давайте 4 лайка и новое видео. Нет. Ну ладно, давайте. 3 лайка и новый видос. Короче, переходим к следующему автомобилю. Все мои... Вот, все мои машины, вот. Но это еще не все, ребята. И вот, короче, это мой новый автомобиль, о котором все вы не знаете, что это за машина. И она у меня... То, что в автопарке вы не знаете, ребят, это, смотрите, это Mercedes Банан. Скоро выйдет по нему серия. Еще раз говорю, 4 лайка, и выходит серия по этому Банану. А Lamborghini я еще не купил, потому что мне, короче, пришлось вернуть документы, то, что там... Короче, какие-то неполадки, и я решил пока еще подкопить денег, чтобы мне хоть на бензин было, а то она слишком дорогая. Ну, вот он, мой Мерседес. Вот такой вот банан крутой, он мне очень нравится.
А мы переходим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль, это последняя серия была про Амарал. Да, ребят, это Амарал. Мой автомобиль. Последний, к сожалению. Но я вам скажу заранее, я собираюсь покупать BMW M5 F10. Меня подписчик исправил то, что я в прошлый раз назвал F90. Нет, ребят, это F10. Ну, такая прикольная, вот прям на развал. Ну, мне, естественно, Гелендваген больше нравится. Не знаю почему, но он больше мне нравится. Ну, и Мерседес тоже прикольный. Мне он тоже нравится. Ну, это Мерседесы. Это, ребята, сегодня на сегодняшний день все. И, ну, 4 лайка, и выходит новое видео. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.